Bit about the kind of diversity я немножко of it, хочу uh, разъяснить о различиях наших, о которых Павел здесь говорит. И мы остановимся на двух моментах, я слышала о двух моментах, о которых говорят биографы Павла. Это Лук, who gives a window into paul's world he, he, was a, he was his helper and i just want you to turn with me to the book of acts chapter 13 and i want you to see the kind of diversity that is so very important to paul И я хочу, чтобы вы обратили внимание на те вот различия, которые важны были для Павла, которые он отмечает. Павел понимал, что Иисус э, собрал вместе разных людей. Cultures. И это не просто различные культуры, это даже разные люди с, Now, с разными культурами. И хочу, чтобы вы посмотрели на 13 главу Деяний. Я хочу, чтобы вы посмотрели на домашнюю, так сказать, церковь Павла. Павел пришел в эту церковь поклоняться, служить там с ними. И эта церковь будет и он, он был как ассистентом в этой церкви, и потом эта церковь его выслала. 13, 1, из первого стиха в 13 главе. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Лука говорит о лидерстве в церкви ключевые ключевое лидерство. И он перечисляет личности. И я хочу просто уточнить, кто эти люди были. Первого, кого он здесь упоминает, это Варава. Варнава. Что мы знаем о Варнаве? Если вы посмотрите если мы вернемся немножко ранее в Деяние четвертую главу и в 36 стих здесь Варнаву представляют окружению его не звали Варнава его звали Иосия его имя его звали Иосия. But he was called Barnabas by the apostles. Но его прозвали Варнавою Апостолы. Because it means bar, uh, the son of encouragement. Потому что его имя, это Варнава, означает uh, «сын утешения». И написано, что этот Варнава, он был левитом. И он был родом из Кипра.

со с острова, который был а, изменен посредством прикосновения Христа, и он решил переехать в Иерусалим. To it, uh, давайте опять в 13 we're главу. И мы читаем здесь, что в церкви в Антиохии были разные пророки и учителя, служители. Just right after Barnabas, verse 1. Now, by the way, the word Niger comes from a Latin word meaning black. He was a black brother. И uh, Нигер, которое здесь у нас так слово переведено, оно идет от природы от цвета черный, uh, и это говорит о том, что это был чернокожий брат. How, church, Если вы посмотрите на лидерство в той церкви, на лидерскую команду, оно было очень различным. This, Разнообразным. Это мы смотрим город в Антиохии. There, Итак, Варнава был там лидером, но он был с Кипра. И вот э, Симеон Нигер. Э, И также идет Луций, Кириньянин. Сирен был крупным городом в Африке. И э, Киринея — это был огромный город на севере Африки. И это современная Ливия. This, Ни у одного из них не было израильского паспорта. So Barnabas, Итак, у нас Варнава — островной еврей с Кипра. Симеон, который чернокожий. Of Cyrene, и Люций Кириньянин. Manain, и дальше Манаил. И мы читаем, что он совоспитанник Ирода, четвертовластника. Давайте посмотрим, что такое чет uh, <тут> четверовластник. <тут> Итак, был Ирод Великий. Его сын не такой великий был. So the empire was divided. Итак, империю разделили. There's a tetrarchy. Четыре части разделили. an ethnarch. These are Roman divisions of territory. Это римское разделение территорий с соответствующими названиями. Now if you look at the leadership of this church. И вот мы смотрим на лидерство в церкви здесь. This one guy, и вот парень а, Монаил. И мы а, читаем, что он был совоспитанник Ирода четвертовластника These kids didn't go to То есть он не ходил в общую школу публичную. А, Ш... Никто его не, да, не, не подбирали. Школьный автобус его не подбирал и не подвозил. Herod, он рос вместе с Иродом. Четверовластник. Это значит, что у него было деньги и власть. И это была церковь, откуда выходили и миссионеры, скажем так. Вот у нас Воронава, островной парень еврей. Итак, у нас чернокожий брат Симеон. Люций Кринианин с ливийским паспортом. И богатенький парень. И Саул.

Дух Святой сказал, отделите для меня Варнаву и Павла. И Павел потом был высвобожден в свою работу. Была... Я хотел, чтобы вы увидели и почувствовали вот это все разнообразие, которое было в этом лидерстве в церкви. Давайте посмотрим на женщин. I want you to go to the of Luke. Хочу, чтобы мы пошли в Евангелие от Луки. И мне интересует Луки восьмая глава. Вот он Лука, которого информация была не из первых рук. Luke Joined Paul on the second missionary journey, Лука присоединился к Павлу в его втором путешествии. Когда он по всей Азии путешествовал. Мы не знаем, как Лука познакомился с Павлом. Павел был из Тарса, что было, этот город был универсальным which, which a, a университетским на в котором был даже медицинский институт This might to the может быть там а, и произошла у них встреча In any case, now Luke has Uh, в любом случае uh, Лука ведет свое расследование. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что говорит Лука о женщинах в еврейском мире во времена Иисуса. Soon afterward, Yeshua began traveling throughout the towns and villages. Восьмая uh, глава с первого стиха. «После всего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с ним двенадцать». Вот двенадцать просто uh, вспомнили о них, и все, the и the way, пропускаем if you, if you и если просто uh, упомянуть, что 11 из этих 12 были галилеяне с севера. Judas was from the of uh, Иуда был из uh, селения Кариот. Uh, И uh, uh, Иуда Искариот, мы знаем, что Искариот это не фамилия, это... Uh, Место, откуда он. Кариот был деревня. Иш в иврите — мужчина. Иш Кариот — мужчина из Кариот. И Иш вот эта приставка, это из, это место, откуда он. Это что говорилось, что он мужчина из Кариотов, из Кариот. Он был не с их группы, он присоединился к их группе. Но затем, как мы знаем, он отошел. И потом мы знаем, что он ушел case, с этого пути. Итак, в любом случае, здесь Лука упомянул 12. И мы сейчас не думаем про мужчин. In women. Нам интересны женщины. In verse two he says, and certain women. И э, второй стих говорит, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалина, из которой вышли семь бесов. Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. Сузанна, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. So says, yeah, и Лука говорит, короче, вот были 12 парней с Иисусом. But Luke Но за ними вот есть женщины, которые а, сопровождали их и принимали Now, участие, устраивали их Поход. Давайте проанализируем этих, э, социальное положение этих женщин. Первая, которую упоминается, — Мария. И написано, что из нее было Демонов, now, the question Who is this Mary Magdalene? Итак, вопрос, In the seventh chapter, there's a woman who's a prostitute who throws herself at Jesus' feet. Uh, в седьмой главе была uh, женщина-проститутка, которая, uh, которая пала к ногам Иисуса. Которая была освобождена от давления определенных духов. Это вот эта Мария, которая сейчас описана, что она присоединилась к группе. Эта Мария как женщина, к группе. Uh, но неизвестно, была ли именно эта Мария Магдалина, которая мучена uh, вот этими бесами. Но она была освобождена от семи бесов. Следующая женщина описана. Now, this, Заметьте, пожалуйста. Иоанна. Жена Хузы, домоправителя или финансового управленца Ирода. Кто был Ирод? Oh, Herod's, yeah, it's a great department store in London. <laughs> uh -huh. Oh, Herod, uh, 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 a yeah, supermarket in London. <laughs> you, you, Herod was the name of a dynasty. Irad, now, if you're looking at this woman, Если вы посмотрите на эту женщину, эта женщина Иоанна, она жена, так сказать, финансового министра Ирода, министр финансов. У него Техни... You know, he's the chief operating officer of a major corporation he manages wealth who's associated with power с силой, с now think of these women coming to church Задумайтесь, вот такая женщина приходит This в церковь. Вот эта женщина собирается приех... прийти в церковь и говорит, так размышляет, на чем мне сегодня приехать, на Мерседесе или на Рейндж-Ровере?

Uh, может одеть золотое колье, которое подходит вот к вот этим сережкам серебряным. So вообще не знаю, что мне делать. Любимый, как я в этом выгляжу? Хорошо. Okay, Хорошо, вернусь через пару часов. Пошла в церковь. Это женщина, у которой сила, власть And была. И рядом с ней, вот эта Мария Магдалина. Женщина с улицы. Скорее всего, возможно, была проституткой. Я думаю, что лично между ними ничего не могло быть общего. Я не думаю, что это женщины, которые обычно могли бы встретиться и вместе пошли перекусить бы куда-то. Я думаю, что эти две женщины абсолютно дворожатые разных Я думаю, что если бы эти женщины не знали Иисуса, и эта женщина Иоанна могла бы идти по улице и сказать: "А ну брысь с моего пути, отброс". не церковный язык. But that woman of the street.

I don't think these women would have anything to do with each other. But if you look at the women in Jesus' world, they, they come from different places in the world. And there's, some, and there's something about Jesus that changes people. Luke reports the Jesus story that way. И Лука записывает историю Иисуса таким образом. Если вы будете так любезно вернуться со мной к книгу Ефесянам, вот учение Павла и он говорит вот во Христе новое творение рождается разные люди приходят вместе и это как бы призыв к принятию разнообразий Некоторые люди не могут принять religious, различия, разнообразие. Well very, very rigid, very hard to deal with. И хорошо uh, образованные религиозные лидеры или люди им тяжело принимать uh, отличия, разнообразие людей.

Но здесь, в этом мире, еще больше раз, разнообразий и различий. И Павел видит, что во Христе абсолютно разные люди собираются вместе. И часть гения Павла это было сказать, нам надо учиться принимать друг друга в наших различиях. Ты был евреем, когда был призван? God bless be a Jew. Будь благословенным евреем. Ты не еврей был, когда Бог тебя призвал? Тебе не надо превращаться в еврея. Если ты был выращен как еврей, когда ты призвался Богом, и ты хочешь продолжать и тебе комфортно соблюдать какие-то еврейские традиции, нормально. Если ты был не евреем, когда был призван,

как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данные мне для вас. Он говорит другими словами здесь, что вы, скорее всего, знаете, что Бог дал мне свежее новое откровение. 3, Потому что, третий стих говорит, потому что мне через откровение возвещена тайна. The Lord just gave it to me. Бог дал это мне. Sometimes it, things just come to you. Иногда некоторые вещи просто вот приходят к вам, вы понимаете. Albert Einstein got E equal MC square in his sleep. Альберт uh, Эйнштейн uh, во, во время сна увидел свои формулы. Leonardo da Vinci used to take a nap every afternoon. Мы Леонардо да Винчи каждый раз uh, днем ложился поспать немного. He would sit in a chair in his он сидел в uh, кресле в своей uh, мастерской. And a floor there. И был мраморный uh, пол там. He would sit in his chair И он сидел в своем кресле. And he'd have his...

И вы знаете, когда вы устаете, расслабляется тело. И в конце концов один uh, шарик выкатился у него. It would hit the floor. Он ударился о пол. Go bang! И такой бам. Оно э, испугало его, и он очнулся. Mind, и вот э, все, что было у него в разуме, на тот момент он записывал. You know you you Потому что иногда вас посещает что-то, когда вы спите. Up, Но когда вы просыпаетесь, вы забываете. Asleep, когда вы спите, ваш разум может быть более творческим. Он может... It can drift. Он может передвигаться, летать. Когда вы просыпаетесь, у вас есть много обязанностей, работ за день, которые надо сделать, и вам трудно быть творческим. Поэтому изобретать главы корпорации улетают, уходят куда-то в горы, уединяются, чтобы you know, uh, получить какие-то новые мысли, глотнуть глоток свежего воздуха. Иногда Бог говорит,

Четвертый стих. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение, тайны Христовой. Которая не была возвещена прежним поколением самым Как ныне открыто святым апостолам его и пророкам. Была тайна, есть тайна, которая была скрыта веками. И Павел в первой главе говорит, что она была, это было предусмотрено от начала времен, что оно проявится потом в будущем. Paul И Павел как бы... Усмотрел, предвидел, что Бог творит что-то новое в этом мире. Mystery, и была тайна, есть тайна, и вот в чем она. Тайна сия такова чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Благовествование или благая весть заключается в том, что евреи и неевреи вместе славят Иисуса. И седьмой стих, он говорит, что я стал служителем этой, этой благой вести. Paul didn't just the gospel, he his Павел не просто нес Евангелие, он нес его Евангелие. And свое Евангелие. И Евангелие заключалось не просто в смерти, воскр... в жизни, смерти и воскресении Христа. И Евангелие не просто заключалась благая весть в том, что есть сопровождалось чудесами и знамениями. Благая весть заключалась в том, что да, Бог сделал это. Чтобы принести что-то чтобы вывести вперед или проявить что-то новое. A new kind of body made up of Jews and Gentiles. Новый вид тела, которое составляет из евреев и неевреев. Where the middle wall of partition is broken down. Где uh, стена, разделяющая эти две части, разрушена. He says in verse eight, this favor was given to me. И восьмой стих, uh, он говорит, что сия благодать была дана мне. Мне наименьшему из всех святых благовествовать язычникам неисследимое богатство Мессии. Мне нравится Павел, он самого себя называет наименьшим из апостолов. А моя супруга мне говорит: "Джеффри, ты так себя uh, умоляешь". You know, Бог любит, когда вот жены поддерживают. Это такое благословение. You know, Понимаете, мужчины хотят стоять сильно и быть сильными такими. И позволить миру увидеть, насколько они хороши. Но вместо того, чтобы говорить, вот какой я хороший, say, say hmm, Uh, я буду лучше... Я предпочитаю, пусть другие говорят, uh, что да, он хорош. Лучше мне ходить в и позволить Богу говорить к сердцам людей. Чем просто впечатлять вас о том, что я такой важный, и у меня есть что вам сказать. у меня нечего вам сказать. Я понимаю, что в этой книге есть что вам сказать. A special divine favor was given to me to proclaim the gospel to the Gentiles. And verse 9: and to bring to light the plan of the mystery which for ages was hidden in God who created all things. И девятый стих говорит: И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Paul, time, uh, для Павла это вот то, что от самых начала времен Бога, у Бога в сердце было. Это никогда не было. О, евреи избранный народ. А все остальные, что они могут знать? The Jewish people weren't supposed to be standing away and removed from the world. Uh, были, uh, от God's plan for Israel was to be a light to the world. That's why God told Abraham to go forth Поэтому Бог и сказал Аврааму, вперед, двигайся. И я сделаю через тебя великий народ. You, и в тебе все племена земные будут благословлены, все Now, семьи. Если все семьи должны быть благословлены,

И, скорее всего, если они захотят друзей пригласить после служения на обед, это будет мексиканская еда. И если они будут строить церковь, чтобы приглашать людей, скорее всего, это будет испанская архитектура. Если uh, все семьи земли должны быть благословлены, то тогда Евангелие должно дойти до Индии. Тогда новые песни будут петься и будут использоваться индийские мелодии. И это будет на индийских языках, индусских. To church, it's going to be food. И, uh, скорее всего, на церковный обед будет выставлена индийская, э, индуистская, индусская еда. Истина заключается в том, что если все семьи должны быть благословлены на земле, это не произойдет, когда все обратятся в ортодоксальных евреев, ходя вокруг в черных сюртуках, говоря на идише, и всех посещающих Иерусалим и Пытаешься uh, научиться, что такое ходить с Богом. Я хочу быть уважительным к моим еврейским друзьям. Я не хочу никого обидеть. Но я понимаю, что Павел говорит, что Бог делает что-то новое и большое.

Здесь есть место для абсолютно разных людей в церкви Павла. No say, Но нет места тому, в таких церквях, чтобы люди диктовали условия, и говорили, ты должен делать только так. Spirit, и я думаю, что в истинном таком либеральном еврейском свободном духе Павел очень uh, милостивый, благодатный. In verse 10, he says, The purpose is that through the church, through the church, the multifaceted wisdom of God might be made known to the rulers and authorities in heavenly places. Дабы ныне сделалась известную через церковь, начальствами и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. You know, the the То есть многоразличная вот эта разнообразная премудрость, она должна стать известной и 11 стих говорит по предвечному определению которое он исполнил, исполнил в Христе Иисусе Господе нашем. это настоящая цель Господа создать вот такую различную разнообразную общину и это творится через Мессию Иешуа нашего Господа и 12 стих говорит именно в нем It's in Jesus that we have boldness and access with confidence to God's grace. В нем, которым мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в него. it's such a beautiful story. Это очень замечательная история. So he says, "Please, I don't want you to be this discouraged by the troubles that I have." Поэтому хочу, чтобы вы не были разочарованы. через обстоятельства, которые я имею, says, Павел имеет. Says, Павел говорит, я арестован по, вот, за вот это преступление. Я в тюрьме из-за этого послания. Люди расстроены из-за меня, потому что я не расист. People are upset with me because I'm not prejudiced. People are upset with me because I say God is not about race. я разочаровываю людей потому что говорю что бог uh, бога не волнует расы. бога не волнуют социальные классы бог делает что-то новое собирая людей вместе now, и наконец-то не евреи все остальные нации могут увидеть красоту uh, еврейских заветов And of life in In the Hebrew Messiah, uh, I can have a new life. French, okay. In verse 14 for, the, for, this reason, I the for this reason, I bow my knees before the Father. From him, every family in heaven and earth receives its name. от которой именуется всякое Отечество на небесах и на земле или всякая семья на небесах и на земле. Каждая семья. И, кстати, здесь ошибка в греческом переводе. Когда говорится, идите по всему миру и всем народам благовестите. Вам знакомо это? Идите и, и, и благовествуйте по всему миру. In, in Greek it's not the word nations. Uh, в греческом там нет слова «нации», «народы». Там используется слово «этнос», или «этнические группы». Потому что нации you know one day the you know you know one day the ukraine is part of russia the next it's the european union the next it's this and everything changes hands uh, you know the nations that exist in the middle east right now didn't all exist 150 years ago Нации, нации, которые существуют сегодня на Среднем Востоке, не существовали 100-150 лет назад. Сила Европы создала Ирак. Сила Европы создала Иорданию. Nations have their boundaries. Nations come and go. Нации имеют границы, э, нации приходят и уходят, но ну, в смысле государства. Сегодня есть государство, завтра его нету. That, ethnos, но на самом деле там в греческом написано: «Проповедуйте Евангелие всем этносам, всем этническим группам». Здесь он говорит: «Семьи земли, народы земли, и здесь написано вот про отечество, это семьи земли. У нас у всех есть различия. Есть отличные расовые характеристики Различия между мужчинами и женщинами есть разные варианты и различия между нами но бог создал все эти разнообразия и различия и павел говорит я преклоняю колени перед богом который создал все эти разнообразия и 16 стих говорит: «Дадаст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом». В его внутреннем человеке верою вселится Христу в сердца ваши. Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви были. He says, I want you to be Rooted and grounded in love. Он говорит, я хочу, чтобы вы укоренились и углубились в любви. И любовь – это очень интересное слово. И слово, которое чаще всего не понимают. Hebrew, uh, в иврите любовь – это глагол. Ахав. Позвольте, чтобы мы все сказали «ахав». Ахав –

А вот э, он идет по улице и такой взял и упал в любовь. What, what Что это означает? Влюбился или упал в любовь? Means, said, ah, uh. Он Это означает, вот увидел девушку я. Ah. Слушайте, я тоже парень, но это не любовь. Не обязательно. Любовь? Не, я Боже, не было бы интересно, если бы я мог быть с Uh, любовь эм, типа влечение. влечение вот я бы вот хотел быть с ней да любовь включает и этот аспект that, но любовь гораздо больше чем просто это любовь означает делать добро для, ну для этого человека и от чего-то имени это посвящение другому человеческому существу. Это, любовь ⁇ это не а, а, яма, в которую вы впадаете в каких-то таких эмоциях, а потом выбираетесь оттуда. Павел говорит, я хочу, чтобы Христос обитал в вас, пребывал в вас в разумах и сердцах. In verse 17, that the Messiah may dwell in your hearts through faith. верою Христу в сердца ваши. And let me ask you, what is the faith? Еще один вопрос. Что такое вера? Say, well, believe, uh, люди некоторые говорят: Я верю. То есть вера для меня это вот я верю в эту доктрину, в эту доктрину и вот в эту доктрину. Это вот христианская вера. We, we this, that, this, that. This Мы верим в эти утверждения, в эти, в эти и в эти и вот это настоящая истинная христианская вера. Это вообще не христианская вера. Never mind. Good Christian faith. Не, по крайней мере, не, даже нехорошая христианская вера. Это может быть хорошей христианской теологией. Theology, и может быть для тех, у кого есть докторские и магистрские степени, и они хороши в теологических вопросах. Но, пожалуйста, не смешивайте веру и теологию. Вера — это импульс в сердце. Uh, вера это импульс в грудной, в грудной клетке, в груди. You, kind of uh, вера это что-то внутри вас, такое страстное желание. Вера была у Авраама, что побудило его идти в странный и неизвестный мир для него. Хотя он был уже достаточно пожилым his, человеком. И его жена была пожилой дамой. Uh, он вышел и смотрел на звезды. Says, like а Бог говорит, твоих наследников, uh, потомков вот столько будет. И написано, Авраам поверил Богу. И Бог это засчитал ему в праведность. поверил слово поверил. It's the Hebrew amen. Uh, это еврейское слово амен. Мы имеем слово амен, да, аминь говорим. I it, я верю в это, брат. In other words, I'll preach something, and in your heart you go, I agree with that. It's an impulse. Amen. Когда я проповедую о чем-то, и вот вы согласны, это имеет импульс в вашем сердце, вы говорите аминь, вы согласны с этим, подтверждаете это. Abraham having a, a family was impossible. Uh, для Авраама иметь семью было невозможно. Авраам вышел в странный, неизведанный новый мир. Не все шло согласно плану. But he had some sense; he was on the right direction, and he decided to believe God, not his circumstances. Но у него было чувствование, что он идет по правильному пути, и он решил доверяться Богу, несмотря на окружающие обстоятельства. God was doing something new in the world, and Abraham got behind it. Бог что-то делал новое в то время в мире, и просто Авраам шел за ним следом, присоединился к этому. Paul says, "I want you to have faith in your heart with Jesus."

чтобы вы сделали это основанием. And it prompts a kind of acceptance. It, prompts, um, it makes you be accepting of это, others. И это вас побуждает, будет побуждать принимать других. Let, let me just finish by giving you another example. If you'll go to 1 Corinthians chapter 13. И давайте я вам оставлю еще с одним примером и Давайте обратимся к 1 Коринфянам, 14 главе. You know, as a pastor, people come to me and they want to get married. Uh, I'm sorry? 1 Corinthians 13 is where I'm going. And as a minister, people will come to me when they want to get married. Приходят иногда ко мне uh, служители, которые хотят жениться. И я люблю проводить с ними время, обсуждать о семье, о супружестве, взаимоотношениях с библейской точки зрения. И я предлагаю им шесть общений со мной до того, как они примут решение жениться. И uh, в процессе мы, конечно, обсуждаем uh, день свадьбы. И всегда есть вопрос, ну как же сделать свадьбу? Is, <laughs> И мой ответ звучит так: делайте все, что женщина хочет. So Тогда жизнь намного легче. Я говорю мальчику: слушай, это ее день.

И, естественно, вот развивая построение этой свадебной церемонии, я задаю вопрос, чего вы от меня ожидаете? Как долго вы хотите, чтобы я проповедовал? Я хочу быть слугой для вас, рабом. Uh, слово служитель от а латинского означает пришло от минуса. Есть слово... Uh, ваше величество это there's вот leaders, то, что наверху. Есть лидеры, вот которые очень-очень важные, они ваше величество. Ministry, Но в этом мире, в нашем мире, наши служители это uh, минусы, это те, которые внизу. Поэтому я пытаюсь выяснить всегда у невесты, чего она хочет. И я всегда спрашиваю, есть ли какое-то особое послание, ну, стих, который ты хочешь? Uh, ты хочешь что-то особенное, чтобы зачиталось на твоем uh, бракосочетании? Я не знаю, как у вас в Украине, но я знаю, что в Америке женщины хотят 1 Коринфянам 13 читать. Но я знаю, что в Америке дамы любят, чтобы читали на их свадьбах 1 Коринфянам 13 главу. Кому знакома эта глава? Это все женщины мечтают, чтобы их мужья такими были. Здесь говорится о любви.

Послушай, дорогая, я не хочу в руины твою жизнь превратить. Honey, listen to me. This has nothing to do with marriage. Послушайте, дорогие, здесь ничего общего с супружеством Not не говорится. Paul never did a wedding. Павел никогда никого не венчал. Anyway. Он сам женат не был, и ничего не знал про супружество с этой never этой стороны. Did weddings. Никогда не делал свадьбы. And no apostle ever did a wedding. И думаю, что никто из апостолов никогда не делал свадьбы. Ministers didn't start getting into weddings until about 400 years after Christ. And the reason why the church got into the marriage business, It's, bec it's, it's because in European towns the clergy were the most intelligent, best trained people. Uh, uh, Священники в Европе просто были самыми образованными профессиональными людьми. And so th the would go to the church, пара приходила в церковь, и они не делали церемонию в самом храме. Они в они были в дворике впереди, в, в предбаннике. And the would the И священник uh, сочетал их, yes. за, записывал их, зарегистрировал их. The acted like a И он как нотариус выступал. So it's legal. И подтверждал, что это законно-легально их решение. Потому что потом могут возникнуть вопросы собственностью. Вопросы по поводу наследства, детей. Поэтому священники выступали в роли клерков городских. Потому что в миру даже люди читать не могли правильно и писать. И... В конце концов, впоследствии это превратилось в церковную церемонию. И ну, я рад, что так произошло. Потому что мы действительно хотим, чтобы были Божьи благословения над семьями. Но ничего этого не было в том мире. World, что было в мире Павла, когда он писал эту главу? Вы можете посмотреть в 12 и в 14 главы. Мы разбираемся с ä, припиранием людей, которые думали, что одни лучше других. Я лучше, чем ты, потому что у меня есть это откровение, а у тебя его нету. Я лучше тебя, потому что у меня есть этот духовный дар, а у тебя нету. You, truth, you, you Послушай, я лучше тебя, потому что Бог открыл мне истину, и теперь я тебе ее говорю, а ты должен меня слушать. Church, и здесь была ситуация в церкви, когда все припирались друг с другом. Они uh, претендовали на то, что имеют самые лучшие духовные дары. И Павел говорит в 13 главе, первом стихе. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я ничто». У вас может быть видение небес и замечательный небесный голос, но вы все еще ничто. Two, Второй стих говорит, даже если имею пророчество и знаю все тайны but, but, и, и законы, but, but love, brethren, но если ты не имеешь любви посреди братьев, ты, ты ничто и он говорит дальше вот что вам нужно послушать любовь она долготерпит любовь милосердствует она не завидует It does not brag. она не превозносится It's not puffed up. она не гордится не бесчинствует It doesn't behave inappropriately. Uh, не бесчинствует you know, christian love Um, is being kind toward brothers and sisters and their diversity. Христианская любовь — это быть uh, добрым и расположенным ко всем uh, окружающим тебя в их разнообразиях. Для Павла это не припирание друг с другом и не указывание, ты должен делать то или вот это. И он продолжает перечислять. So me, please, и давайте снова вернемся в Ефесянам, нашу третью главу. Павел молится, как мы закончим здесь, в 3, verse

И мой вопрос к вам, вот как я сейчас завершаю послание, to до того, как я позову супругу, и она поделится коротким посланием. Есть ли какие-то применения к тому, что то евреи и неевреи вместе делают в теле Мессии в этой главе, в этих I mean, главах. Видели ли вы? Вы сами себе должны ответить на этот вопрос. Вот если бы апостол Павел был здесь сегодня и он бы смотрел на мессианское движение вот в будущем. A, a, a broader, a, the, the И если бы он хотел uh, развить большую церковь, которая бы развила um, понимание uh, принятия мессианского видения. You know what would Paul say to who said, you have to wear a чтобы Павел ответил uh, тому, кто говорит, ты должен носить талитта, как я. You have to wear a like me. И носить кипу, как я должен. I wear a and a talis. И and, когда я обычно в мессианской общине нахожусь, я and, одеваю талит и кипу. И в моем мире мы поклоняемся в шаббат. Потому что это мессианская коммуникация, и мы хотим мессианской идентификации. Потому что мы в мессианском, еврейском таком обществе, и мы хотим иметь вот эту идентичность, от, отождествление. You know, you know, Но мне комфортно также по воскресеньям проповедовать в церкви и быть с моими друзьями христианами которые, может, не обязательно имеют такую же любовь и призвание, как я имею. Итак, что бы Павел сказал, если бы он вот пришел в такой мир, I, в наш мир? I, uh, знаете, люди задают христиане такой любимый вопрос, что бы сделал Иисус? А я задаю сейчас вопрос, что бы Павел сделал? You know, say, uh, я бы, конечно, мог спросить, что бы сделал Иисус, но я знаю, что сделал бы Иисус. Иисус сам по себе жил и функционировал как еврей. I know what Jesus would do. Я знаю, что Иисус бы сделал. Но у Иисуса было эксклюзивное служение к потерянным овцам дома Израилева. But the church is global. Но церковь, она глобальна, она всемирна. И она не имеет связь только с еврейской культурой. И основываясь на моем понимании того письма, которое мы рассматривали сегодня, я считаю, что Павел был очень свободным, либеральным и милостивым человеком. Я думаю, что Павел бы сказал, слава Богу за Бога. Слава Богу, что евреи и неевреи собираются вместе, как братья и сестры во Христе. Слава Богу за тех, кто призван нести служение евреям.

Слава Богу за тех евреев, которые поворачиваются ко Христу. Thank God for the Gentiles that are joining and participating. Слава Богу за неевреев, которые присоединяются и участвуют в этом. I think Paul would say, bless God. Разделяют это. Я я бы думаю, что Павел бы сказал, слава Богу. I think Paul would also say to those that are not called to the Jewish people specifically. Я думаю, что Павел также бы обратился к тем, кто не призван к еврейскому служению. You go out into your own world and your own culture. Вы идите в свои народы, в свою культуру и делайте свою работу. Найдите путь, как, чтобы Евангелие имело смысл в вашей культуре. Вам The other congregation. Не об, нет необходимости становиться евреями, как в э, другие общины делают. Но я хочу, чтобы вы знали, что вы присоединены к этому еврейскому миру, привиты. Есть. Есть путь, которым вы привиты к этому. Like it, даже если вы не выглядите так, как они. Like или не звучите, как они. Но знаете, когда вы склоняете ваши головы и молитесь Мессии, знайте, что вы молитесь Мессии. Знаете, что вы молитесь еврею. Знаете, что когда вы открываете ваши Библии, вы читаете послания, написанные евреями. Haughty, не э, ожесточайтесь, не превозноситесь, будьте смиренными. Я думаю, что Павел бы сказал, много разных людей в мире. И вопрос звучит там, как мы должны соработать вместе, чтобы достигнуть каждого в его разнообразии. Я думаю что Павел бы сказал то что объединяет нас uh, Не то что мы читаем из одной молитвенной книги точно так же say, us, И Я не думаю, что Павел бы сказал, что то, что нас объединяет это что вот мы одинаково одеваемся. You know, we'll One baptism. И, и я надеюсь, завтра мы сможем увидеть то, что нас на, по-настоящему объединяет. Одна вера, один Господь, одно крещение. And, and that, и когда вот это озвучить, я думаю, что Павел говорит, что если вы на самом деле практически хотите знать, что такое быть христианином, practically speaking, практически говоря, Paul, Paul says, I'll talk to you about that. Павел говорит, я расскажу тебе об этом. И вы увидите, что это не соблюдение религиозных правил. Есть 168 их на неделю в течение недели. 168 часов в неделю и то, что вы делаете два с половиной часа в воскресенье, у вас еще 166 других часов. Павел говорит, вы хотите знать, что значит быть христианином? Вы хотите практически He, понимать? Он говорит, вот как мужья должны вести себя с женами. Вот как мы должны работать друг с другом, относиться. To как мы должны относиться к нашим детям? When, when religion, Когда Павел говорит о практической э, религии, он вот эти вопросы поднимает. We'll И мы разберем их first... позже.